В «Газпромнефть» на «Ябрскнефтегазе» завершились соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады подразделений предприятия. Более именитая по своему составу команда аппарата управления достаточно предсказуемо заняла первое место, обыграв своих соперников по финалу с крупным счетом. Второе место завоевала дружина первого цеха добычи нефти и газа, бронзовые медали в активе коллектива первого цеха подготовки и перекачки нефти. Кроме того, специальным призом за волю к победе была отмечена сборная восьмого цеха добычи нефти и газа.